Они спасались ночью от пожара. Кто-то остался не только без крыши над головой, но даже без вещей и личных документов. Администрация Ленинского района Самары организовала встречу с жителями дома Челышева, чтобы оказать помощь и помочь оформить все необходимые справки. Встречу провела глава Ленинского района Елена Бондаренко. Участие также приняли руководитель управления охраны объектов культурного наследия Иван Стафеев, сотрудники МЧС, полиции, прокуратуры, представители Департамента опеки, попечительства и соцподдержки, центров соцобслуживания, Департамента управления имуществом. Прямо в здании администрации сейчас организован прием заявлений. Заявление на получение справки о пожаре для того, чтобы получить материальную помощь. Здесь же заявление на материальную помощь люди составляют. И здесь же ведется прием Департаментом управления имуществом на предоставление маневренного фонда. Тем жителям, у которых нет паспортов, сотрудники полиции помогают оформить справки для получения материальной помощи. Подключились и общественные организации, которые тоже готовы оказать поддержку. Наши земляки, жители Самарской области, уже откликнулись на беду, уже поступают звонки, люди хотят помочь, поэтому через общественный фонд «Свежий ветер» будет организован прием помощи для дальнейшей передачи жителям дома. Также жителям мы предложили помощь, транспорт для того, чтобы перевозить вещи по месту дальнейшего проживания. По информации администрации района, в помощи нуждается 141 человек. Некоторые из погорельцев поехали жить к родственникам. Нуждающиеся могут получить жилье в маневренном фонде. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.